За время проведения кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали уже порядка 150 тысяч жителей Одинцовского городского округа. Из них 1401 студент. Всего на сегодняшний день привились уже 149 634 жителя. Это свыше 72% от запланированного количества вакцинаций. Эпидемиологи утверждают, что риск заразиться после прививки снижается на 90%. Современные медицинские препараты Флюэм, Грипол Плюс и Савигрип, которые применяют для вакцинации населения в этом году, защищают человека сразу от трех штаммов гриппа.